на протяжении 10 лет будет проходить. Пипец тут лагает. Theory of Everything. Все, обожите. Пипец тут лагает. Не, знаете, с такими лагами я его, мне кажется, не пройду. Я, если что, это уже 7-й раз делаю. Нет, вот 7-й раз его уже прохожу. Это из-за лагов все почему так лагает. Мобизон. Или как там, Мобайзон, блин. Подождите. Сейчас. Все, теперь вроде лагать не должно, наверное. Теперь, кстати, вы меня видите. Это жестко. Спидран. Спидран по теории of everything. Никакой не спидран. Все, рекламу мы закрываем. Спидран по теории of everything. Поехали. Повезло, повезло. Так. Не повезло, не повезло. Блин, что происходит? Откуда реально лаги? Вы же видите это? Или это только у меня... Ну, вроде перестало. Да что я, блин? Я тупой. Я это уже 7-й раз прохожу. До 100%. Я его 6 раз уже проходил. Мне кажется, я уже нубом давно стал. Ну не могу я так ему тупо сливать просто. Вот чисто влетел в платформу нафиг. Неужели Влад до тарелки дошел? Сейчас он на ней сольет. Да неужели? Сейчас тут быстрый клик. Довольно трудный шар. Не очень трудный кораблик. Очень прям не трудный, прям обосраться. Еще там какое-то говно пишет. Ну, Theory of Everything — это вообще на уровне с клабстепом. Ой, тьфу ты, не с клабстепом, с икстепом. Постоянно их путаю. Главное не слить на этом мини-кораблике, на котором я затупил в прошлый раз. И сейчас будет довольно трудная тарелка. Не прям супер трудная, но трудноватая. И вот тут еще трудноватая. Так, я могу пройти, ребят. Только не лаги, пожалуйста. Пожалуйста, телефончик не лагай, ты мой. Блин, надо было слиться и типа забомбить. Ладно, раз я его так быстро прошел, тогда давайте посмотрим рекламу. Ох, вкусно. Ладно. Я хотел сказать, давайте пройдем еще и X-Step. Да, он у меня пройден еще и на монетку. Причем самую трудную, в конце она самая трудная. Я не знаю, я как-то она сама собралась. Что это было? Я как-то криво на орбы нажал, еще и на третий каким-то образом нажал. Вообще, X-Step — это на уровне Theory of Everything, а может даже полегче. А может даже потруднее. Вы знаете, для меня Theory of Everything даже полегче будет. Потому что на этом в последнее время часто тупится. Вот так вот, например.
Ну неужели я за эту серию жалкую не пройду? Жалких два самых легких инсейна в игре на. Вы, наверное, не видите, но у меня лагает жестко. Не знаю, как я это с такими лагами прохожу. Сейчас будет трудный кораблик. А-а-а, я тупой, я зачем-то влетел вверх, я тупой. А я никогда его не сливал. Это невозможно. Это неуважение. Я вас сейчас прибью. Разрабы. Это неуважение, разрабы. Что это было, я не понял. Я не нажимал, но он взлетел, блин. Давайте, разрабы. Не подведите. Вашим степом. Тут последняя концовка, как по мне, не очень-то и трудная. Но там вот только шар меня напрягает, он трудный. И вот эта вот часть, потому что тут много обманок. Для многих она тоже трудна. Для меня она средняя. То есть иногда могу на ней затупить, иногда нет. Сейчас самая трудная часть уровня. Я сольюсь на спальню. Что это? Что это было? Что это было? Так, ладно. Помещусь я сюда. Эх, ну я обязан сюда пройти. Это так степ тупой, блин. Понятно. Тупой экстеп. А что происходит? Мне все мешает. Ненавижу экстеп. Но еще и вебка лагает. И уровень еще и лагает, но вы, наверное, этого не видите. Ну да, у меня ружетка лагает. Вот я из-за лагов сейчас слился. Блин, у меня еще тут усложнитель. Я тут вот это вот говно открылось. От вот этого вот приложухи. Я не могу, у меня нету времени закрыть, потому что как бы X-Step тебе не дает времени нигде. Ладно, вот тут вот. Закрываю. Фу. Главное, не слиться на этом тупом кораблике. Что он трудноватый. Ну, не прям супер-дупер трудный, но трудноватый слегка. Фига я был в миллиметре от шипов. Хотя тут почти везде находишься в миллиметре от шипов. Это шик-степ, алё. Вообще этот экстеп вот только из-за концовки, из-за трудных корабликов он максимум заслуживает хард 5 звезд. Хорош. Ну все, я уже пройду их. Где я находился? Я сейчас спокойно мог слиться, ребят. Что из-за бага я где? Пипец, у меня вебка лагает. Или не лагает? Да не, лагает. Ок. А, ну и реклама, конечно же.